Всем привет. Значит, тут заказали обзор за доллары на одного пациента из ветеринарной лечебницы. Пациент у нас по кличке Эмиль. Вот, собственно, вот его банда его. У них целый сброд, видимо. Вот он является у них тут капитаном. Ну, собственно, он уже лечился, да, в клинике Окси, блядь, у этого недалекого профессионала, да, который сам же у нас подрубает постоянно, без подруба он L-, вот, и который пилит абсолютно бездарные эти бастиды, да, на таких же, как он. Ну, то есть, вы посмотрите, да, какой же он мразь. Что он делает обзоры, да, на читеров и сам же юзает говно. Вот он делал уже на этого пациента Эмиля, тоже бастит. Я его даже не смотрел, потому что, ну, смотреть его бастиды, это, ну, выколи глаз, собственно говоря. Вот, ну и как бы суть, да, вот здесь был турнир. Группа называется Турнамент 5x5, блять, да, с маленькой буквы Турнамент. Вот, очень громкое, емкостное такое название, собственно, да. И что мы видим здесь? Здесь у нас был Никс. Сейчас я найду. Здесь у нас каточка была. Микс Гейм, значит, против Алкоголик. Вот, буквально позавчера. Здесь, видимо, чекнули демки. И пишут, что Микс Гейм улетает из турнира за софт, пополняет черный список команд. Выписали 4 момента на игрока Флюпкин. Собственно говоря, я все 3 демки, которые скинули игроки, да, я их посмотрел. Вот, и тут выписаны 4 момента абсолютно дефолтные. Софта у игрока ником Флюпкин нет никакого. Абсолютно дефолтные моменты выписали. То есть говорит о полной бездарности, да, данных организаторов. То, что у Эмиля, значит, все клир, получается. А у Флюкина, у которого софта нет, да, они его закрывают. Ну, давайте посмотрим уже, наверное, игру нашего Эмиля, да, этого пациента, которого не вылечили. Из Микс Гейм Спортс, Еспортс, главный администратор, капитан, и вообще как их вообще до сих пор допускают, да, всяких капов. Вот, ну начнем с менее палевных моментов, да, вот первый момент, смотрите. Так, Авик у нас в рукаве, да. Еще один тиммейт на тут на кафеле у арки. Ага, так, ну вот смотрите, Авик уже мог уйти, в принципе, за тройку и, блядь, куда угодно. Ну вы видели, как он. Сейчас еще раз на повторе мы посмотрим. Ханишечка прилетает, такая зачетная. Смотрите, идет. Ой, увидел квадратик, просветил. И сразу, да, у нас уходит за стенку. Вот. Такой, блядь, шлюхин. Так, и смотрим следующий момент. Здесь, смотрите, тип топнул, да, но вот это вот действие, блядь, от П-минуса просто замечательное. Смотрите, вот так вот сел, нас в никуда, блядь, стреляют, даже не в дефолтное место, блядь, а просто в никуда. То есть он просто испугался ЕСП и со страху, блядь, сжал вообще, блядь, как вот здесь вот, допустим, да. За тройку просто простреливает, да, сквозь ящики там все. И вот смотрите, еще заранее он выстрелит. Вот тут вот все. Все, вот бомж спалился здесь уже конкретно. И такой, понимаешь, что спалился, и заново такой начинает простреливать. И посмотрите, я типа на шару стрелял. Ну, такой, блядь, пациент. Ну и здесь сейчас будет сотый момент, просто сотый. Вот, но он долбоёб в 2017 году и не понимает, что юзать ESP Style 1, да, на серверах с лохоблокером, это чревато вот подобными фейлами, вот такими фейлами, да, видели, квадратик просветился, блядь, и он резко дернул префом в типа, ну, тут он отвечает на заднеприводного пидораса, ну, да, окей. Окей, да, вы поняли, на все на этого бомжа. Вот смотрите еще раз на повторе этот момент. Просто сотый момент, вообще сотый, калимый преф.
Вот, собственно, вот он у нас позиционирует себя, да, как P-. Блядь, честно, я сроду таких P-ов не видел, блядь. И сейчас я вам небольшую нарезочку продемонстрирую, да, как у нас P-ы, блядь, в 2017 году играют, блядь. Я просто в ахуе, блядь, просто в ахуе. Смотрите, сейчас что будет, блядь. Давай, зажимай, блядь, давай, сука, блядь, жми в потолок, режьте его, сука, блядь, хуёво, да, спасли его, блядь, спасли от ножа, сука. Вот, следующий момент. Давай, давай, ну подними ты прицел, подними, блядь, P-, ты ебучий, сука, блядь, он даже прицел не может на голову навести, ну и теперь смотрите, просто топовый, блядь, АВП, нахуй. По квадрату, блядь, не может попасть, сука. Блять, да бабушка Абвер, сука, наверное, блять, с геймпада, блять, Xbox'а, нахуй, лучше бы, наверное, стреляла, чем он, блядь, кидает топовый смог, блять. Ну, это топовый смог, блять, это P-, и уходит. Ну, блять, ну я не знаю, какие P-, это просто пиздец. Собственно говоря, у меня все. С вами был Паркер. Удачи вам, любви и терпения. До скорых встреч, друзья.